Вкусный торт в день рождения. В маленький частный дом на окраине Гурьевска с самого утра прибывают многочисленные гости. Хозяйка Лукерия Павловна отмечает 100 лет со дня рождения. Из биографии именинницы. Родилась в алтайской деревне Акулово. У родителей было большое хозяйство, но коллективизацию они не пережили. И маленькой Луше пришлось взять на себя ответственность за сестер. Умирает мать в 45 лет, Татьяна, бабушка наша. Затем умирает отец ее, Павел. И они, ей было так, 14 лет, 14, кажется, лет. А самой маленькой было 6 лет. И они пошли уже воспитываться по людям. Кому-то где-то, как сказать, с детьми сидели, кому-то нянчили у кого-то. И вот так вот они жили. В жизни Лукерии Павловны было много и грустного, и веселого. Голодная жизнь в тылу войны, работа с зари до зари, рождение 4 детей. Сейчас баба Луша многого не помнит, подводит слух и зрение. Но как человек крепкой закалки, не жалуется. Ты нам расскажи свою тайну, мы тоже хотим по 100 лет жить. Что нужно для того, чтобы прожить так долго? Надо работать. Всю войну работала. Где работала? Где работала? В поле. Вот. Хлеб убирали. Сеяли, убирали. Убирали, молотили. И все вручную. Ели. Четверо детей, шестеро внуков, 12 правнуков и двое праправнуков. Вот все богатство Лукерьи Павловны. В сотый день рождения каждый преподнес имениннице самые добрые слова и самые нежные пожелания. Добра, счастья и, конечно, долголетия.